Ну что же, возвращаемся в эфир после такой плотной, интересной карты. У меня даже после нее, знаешь, такие ожидания, мол, ну что может быть лучше? Ну посмотрим, бейты против игейминг, вторая карта, у микрофона по-прежнему Мила Имморталис. Да, после такой карты нужно было немного передохнуть, но перерыв дали командам достаточно небольшой. Мы моментально практически возвращаемся. Надеемся, что вторая получится, ну, хотя бы по накалу такой же, не обязательно такой же продолжительной. Там еще целый матч впереди, и если вдруг счет будет 1-1, то мы надолго задержимся на просмотр этого турнира. Ну и давайте переходить к драфтам второй карты. Здесь ну, уже появляются и новые герои, которых не было в серии. И те же самые появляются, такие как Лина и Марс. В этот раз, правда, команды поменялись этими персонажами. Элдер Титан, третий пик для команды Бейт. Снэпфайр и Титан похожи на саппортов, Марс оффлейн. Ну, если мы классический какой-то вариант рассматриваем у Вигейминг, там вариантов масса. Абадона они пикнули. Причем Абадона пикнули, ты знаешь. Ну, понятно, защищать там от контроля это все очень здорово, но там нет какого-то очень страшного контроля, против которого этот Абадон прям на 100% нужен, по типу Лассо, Бетрайдера. Это, конечно, блокирует потенциальный пик этих героев, плюс там спасает после копья условного. Но удивлен я, что Абадон так рано взят. Ну, возможно, И не знаю. героев забанили, которые с ним там линию нормально стоят, ну, по типу Луны, да, тот же самый. Там обрати внимание на баны. Опять же, интересно все. Ну, по поводу Вивера, который сейчас очень популярен. Нет вопросов, Бестмастер или Кантроп в гейминг сразу же от бейтов банят, не хотят этого героя. И сами бейты забирают Марса. Это прям такой респект, потому что вот у Вигейминга строят реально очень хорошие на этом герое. И в предыдущей карте большое количество арен, несомненно, повлияло на то, чтобы они смогли все-таки выиграть. По поводу Абадона, вот ты отметил. А знаешь, в целом, если посмотреть, комбинация Марс и Файр, она очень сильная, и очень большое количество саппортов, попадая там, в арену или под ультимейт Снэпфайр, они сразу же погибают. То есть тут вы взяли, может, такого саппорта, который в целом неплохо может подсейвить и сразу не умирает. Потому что, например, Лина, та же самая, она нуждается в подсейве в Винга. Подзабыли в последнее время этого персонажа. Притом интересно, как ее здесь будут использовать на тройку, либо это будет что-то подобие там четвертой позиции, пятой позиции. Интересно, еще у WeGaming возможностей в драфте очень много все поменять. Начиная там от Лины, которая может условно пойти на четверку и в мид, заканчивая батоном, который может использоваться на сложной линии. Клокверк. Ага, вот теперь становится чуть попонятнее. Так. Мгновенная ответка от бейтов, и это ТБ. ТБ. Ладно, сейчас сначала коэффициенты. Давайте посмотрим от нашего партнера GGBet. И 1.19 на VGaming и 4.35 на бейт. Вот так они сейчас выглядят. Хорошо. По драфту. Мне Клокверк нравился. Ну вот, понравился этот выбор. До, конечно, появления Террор Блейда. Он и против ТБ, ну что-то там может. Имеется в виду, что он хорош против Снэпфайр всегда был, и он неплох против Титана. Он им сильно мешает, он им не дает кастовать нормальные способности. Просто бежит за ними, привязывается к ним. Ну, в первую очередь, на них должен быть Клокверк направлен. Все остальное там как пойдет. Неплохое решение. Судя по всему, это оффлейн Винга, мидовая Лина, и осталось добрать какого-то керри-персонажа. Не помню, какая команда, но на этом турнире уже играла с Вингой даже единичкой. По-моему, это была команда Брейм, и они там победили. Но тут вряд ли что-то подобное будет. Просто линия Clockwork Vengeful Spirit. Эта линия потенциально убивает. Она убивает и Титана, она убивает и Террор Блейда вне формы. С формой, пока он в форме, к нему просто подойти сложно. Пока форма в КД, можно нападать, пытаться что-то делать. Да, он выдерживает огромное количество физического урона. Он все-таки обладает большим количеством брони. И пока основной источник урона у Вигейминг, потом на дистанции, это, конечно, физика. И Лина руками бьет, и Винга руками бьет. Ну, Клокверка и Абадона не такая сильная магия, чтобы этого бояться. Так, ну и нужен кто-то еще. Кто-то еще, кто потенциально и против Террорблейда. Неплох. Банят бейт Джиггернаута.
Сумасшедший тимфайт у Бейт. Просто крутейший тимфайт. Много ОЕ билок, много контроля получается, с физическим уроном тоже все в порядке. Достаточно сбалансированный такой драфт. И на линиях поубивать можно, по крайней мере, в оффлейне Snapfire Mars. Просто крутая линия. Стоять будут против Абадона и еще кого-то, и там скорее пара V-Gaming должна играть от защиты. С Абадоном сложно в атаку играть. Банят просто героев Дэнди. V-Gaming минус инвокер, минус White Spirit. Ну, подумайте, что сейчас ну, из возможных вариантов остается для Дэнди. Ну, есть темпларка. Я же все-таки думаю, что это Лина в мид, правильно? А по-другому никак, наверное. Это только Керри Абадон, может быть, если Лина не мид. Поэтому нужен герой, который будет как-то против Лины стоять. Слушай, а есть такой Бэтрайдер? Ну вот Бэтрайдер тоже, я смотрела лайнапы последние, когда Лина против Бэтрайдера стояла, и Лина очень комфортно себя чувствовала. Ты не берешь Бэтрайдера в Абадона просто по определению. Да, в еще и большинстве Абадон случаев. здесь уже неприятно. Райдер точно нет, несмотря на то, что ну, он типа против Лины может поставить, но опять же не факт, что он ее побеждает действительно. Не, тут никого Бэтрайдера не будет. Да и не то, чтобы Дэнди часто на нем в последнее время играл в официальных играх. Морфлинг появляется. Спирита Интересно. Какого-то. Вообще, неплохо было бы иметь героя, который Spirit Vessel соберет пораньше. Вообще, темпларка классно выглядит. Ага, Квапап. Ну, это герой, который собирает Орчит ранний. Ну, кстати, вот и про Квапу надо было первым делом подумать. Это один из любимейших персонажей Дэнди. Он на нем отыграл огромное количество игр. В целом, Квапа сейчас получше стоит линию, чем раньше, вот с этим бафом. Мы с тобой изменением дротика. Мы обсуждали с тобой в прошлый раз. Но и наив на морфе, что тоже очень сильно. С одной стороны, и тройка винга. Да, драфты интересные. Мелоди, как обычно, на своих таких плотных героях на пятой позиции будет исполнять очень много. Будет зависеть от мида, какой будет старт у Дэнди, какой будет старт у Хейза, как будет активно ли перемещаться Квапа, будет ли помогать, потому что нужно сначала будет попытаться, по крайней мере, помешать Морфлингу. Гаций на своем любимом Алдар Титане. Знаешь, мне нравятся драфты и с одной, и с другой стороны, как бы это ни звучало. Значит, ты ни за кого, да, здесь? Я в смятении прям, знаешь, не могу выбрать, честно. Но мне очень много в прошлом сезоне V-Gaming комментировало, в этом сезоне чем и бейтов как раз. Прям эти команды мне, две команды, которые мне больше всего на этом турнире импонировали. Я даже не могу выбрать. И не надо выбирать, просто смотрим и наслаждаемся игрой. Надеемся, что она получится такой же, как и прошлая карта. V-Gaming имеют право на ошибку, поэтому, возможно, где-то рискуют с этим драфтом. Он имеет свои слабые стороны, у них довольно слабый тимфайт. У них нет практически какого-то урона по площади, да. У Бейт все сбалансировано, есть и контроль в большом количестве, есть и физика мощнейшая, есть и чистый урон у Queen of Pain. Ну, в общем, много очень крутых здесь вариантов для них появляется. Будем смотреть на линии. В прошлый раз V-Gaming все-таки линии отстояли получше. И сейчас подобное повторить будет тяжело. Тяжело по причине того, что легкая линия Абадон плюс Морфлинг не выглядит какой-то сильной. Марс должен стоять на фрифарме, Марс должен свое получать. В центре от скилла все много будет зависеть. Вряд ли на Queen of Pain можно прям уничтожить Лину. Наоборот, наверное, возможно. Вот на Queen of Pain победить Лину тяжело, даже несмотря на изменения Shadow Strike. Shadow Strike действительно апнули в патче 7.30, и казалось бы, это изменение позволит Queen of Pain большую часть матчей выигрывать в центре, и возможно, Квапа даже будет чаще пикаться. Она стала пикаться, но она все равно не выглядит непобедимой в центре. Ты все равно больше, чем в двойку Shadow Strike на старте не возьмешь.
На втором левеле, ну, вот это лечение, оно приятное, но не такое уж имбовое, как казалось на первый взгляд, когда почнот читаешь. Но с другой стороны, лейт за Вигейминг, мне кажется, на этой карте. У них, во-первых, Илина и Морф, это раз, а во-вторых, у них Винга, которая будет с Аганилом, то есть это теория еще как будто один герой, на которого тоже придется очень много ресурсов тратить, потому что эта Винга будет в тройке, она должна быть, по идее, очень плотной. Как будет, мы не знаем, но я говорю вот именно про лейт-потенциал. Тут не все так просто. Мне кажется, опять же, будем смотреть, как отстоят линии. Ты все правильно сказал. Пока еще ничего не началось. Я покажу вам код от нашего партнера GGBet, по которому вы можете застраховать вашу ставку. Опять же, дополнительная информация под стримом, так что пользуйтесь. И будем смотреть, будет ли у нас драка какая-то за руны. Да что вы от меня хотите? Драка за руны. Mm-hmm. На самом деле, и те, и другие в такой драке могут фраг найти. С одной там стороны. Клокверк в этом плане Клокверк, очень приятен. Да. Битва начинается. И он пошел, смотри, немножечко обошел со спины, зашел. И не уйти просто из батареек, придется драться. Хотя нет, уйти, если Клокверк сам развернется, испугается и решит отступить. Ой, как больно, там Титан всем делает. Разбежались, никто не погиб, но Клокверк получил очень много дэмэджа. С другой стороны, и Титан, в принципе, 240 хп, Клокверк чуть побольше, но Клокверк решил сходить на базу. А вот Титан не собирается уходить, и вот как раз, возможно, сейчас попробуют они даже Vengeful Spirit поднапрячь вдвоем, пока нет Клокверка. Только главное не слишком агрессивно против нее сыграть, потому что Клокверк это телепорт теория мог сделать и подловить Алдер Титана. Но посмотри, с сапогом. Вот и идеально вообще на самом деле вышло, потому что теперь они еще и фласку заставили потратить. Вигейминг, вот не помню, это была Клокверка фласка. Нет, это была, по-моему, нет. Видимо, да. Поделился. В принципе, это не настолько важно. Квапа 3-1, Лина 3-0. На эту линию вернемся попозже. И вот на топе уже разминают Абадона. Ну, а Абадона здесь... Игра достаточно простая, как обычно, сейвить Морфа. Возможно, Морф и сам начинает нападать на Снэпфайр. Такой с волны заходит. Пока, разумеется, урона не так много. Снэпфайр может и на развороте ему еще с ним поработать. Кстати, интересно, Дэнди будет играть через Скрим, а не через Shadow Strike. Ну, по крайней мере, пока. Титан пошел за Дестроидом. Ну опять, там сотка урона, там невозможно с ним пока что сражаться. Нужно левел прокачать команде Вигейминг. Вот на втором, например, там уже поинтереснее. А здесь соло-фраг от Хейза. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот на эту линию я максимально не обращала внимания. Ну, к этой линии мы попозже вернемся. Ну, а вот на топе как раз и должно быть ФБ, куда я, в принципе, старалась сама посматривать, а тут не так все вышло, да. Ошибка от Дэнди стоила First Blood, и теперь Элина по уровню будет серьезно его опережать, это будет минимум один уровень разницы, да, вот так вот оно и есть. Третий уровень, четвертый, и теперь будет сложнее и сложнее. Станом, правда, Хейс промахивается, ну, в любом случае, просто посмотри, что он делает, он с руки... Наносит огромное количество урона. Так, у нас Абадон вернулся. Ну, то есть, то, что Абадон погибает, это нормально. Самое главное, чтобы у Морфинга был фрифарм, и он как раз этим, в принципе, может похвастаться. У них одинаковый примерно крипстат с ТБ. То есть, ТБ на фрифарме, и Морф, в принципе, тоже. Но у ТБ при этом не погибает Элдер Титан. А вот у Морфа Мелоди уже погибал. Так, опять же, нападение на него... Печенька от Snapfire. И Мелоди погибает. Погибает два раза подряд. В этот раз у него телепорт будет в кулдауне. С другой стороны погибает Клокверк. И 3-1. Бейты неплохо начинают эту карту. Единственная проблема это мид сейчас. Потому что Квапа теперь третий уровень. Ну сейчас она получит четвертую, а Лина уже пятый. Так что... Да, в центре развал полнейший. Между ними уже почти 700 золота. Хейс выиграл линию точно. И
нужна какая-то помощь Денди, либо перетяжка, но опять же, кому идти? Титан, Снэпфайр, возможно, оба, только так, и в этом не факт, что есть смысл, придется Денди продолжать терпеть, и потом камбэкать за счет своих передвижений по карте, своих каких-то фрагов, которые он может заработать на любой боковой линии. Снизу достаточно уязвимый лайн для Queen of Pain, кажется, чуть не убил Дестроида, правда, вот они Коги... Там стан в КД был. Вот сейчас стан долетает. Возможно, хватит урона. Возможно, им хватит урона убить Титана. Титан под минус броней. Нажал фласку. Нет, не должен он здесь, по идее, погибать. Клокверку в соло может урона не хватить. Или... Ну, здесь ему ТБ помогает, и если они заберут... Для него самое главное — разменяться и замедление. Да, он разменялся в итоге. Винга какой-то фарм получает, потому что у Винги сейчас скрипстат не самый лучший. Такая же ситуация, в принципе, и у Марса, но они, по крайней мере, фраги какие-то делают. То есть у нас, опять же, размен Клокверка на Элдер Титана. На топе Морх все это время бил крипов 25 на 13, то есть тоже очень большое количество днаев. Все очень стараются. И самое все равно интересное — это именно в миде должно происходить, при том Клокверк после смерти прилетает, обузит линию ботл, что Лина будет с ресурсами, у нее 6-й уровень, и она опять может вот с лагуной попробовать убить. Она лагуну прокачала, да. Дэнди даже в соло. Так, подпушивают топ. Эта линия, конечно, не очень удобно стоит для Морфа, потому что не так удобно под вражеским тавром крипов добивать. Получается, вообще одинаково стоят у нас два хардлайнера. Так, ну Хейс 6 левел имеет. Можно тоже куда-то всегда прилететь. Конечно же, будет покупать себе Boots of Travel. Дождемся сейчас руну. Клокверк уже пошел. Еще и стак сделает по пути, да. Совсем шикарно. Бытует мнение, что Морфинг хорош против Террорблейда, ну, потому что превращается в него, да? Ну, тут неприятная ситуация. Дэнди потратил... Спатер себя потратил в итоге, да, получилось так. Клокверк очень вовремя подошел, забрал и руну иллюзии, и второй раз подряд погибает мидер команды Бейт. У них, у Лины в этом плане очень большой буст. Ее остановить сейчас Хейза будет сложно. У него и левел хороший. И теперь, если он начнет поактивнее играть... То есть это самое неприятное, что очень ранние травела будут, по идее, на Лине. И Лина будет летать по всей карте и с хорошим уровнем и атаковать. А вот Квапа... У нее, конечно, тоже есть 6-й уровень. Она тоже может куда-то в теории прилететь. Но только за счет фрагов нужно пытаться камбэкать. Ну, или просить кого-то прийти для того, чтобы напасть на Лину. Морф, да, с маской. Может, потихонечку леса подфармивать, чтобы не подставляться, не идти на линию. Вот когда линия спушена, здесь, если Морф будет фармить, вот один телепорт, и это будет минус Морф. Сейчас, допустим, с ареной условной. Но до арены еще нужно дожить, время никуда. 5,5 уровень, возвращается. Побить самого Марса здесь тоже будет очень сложно. Плюс у него и рейдропы имеются, и фласка. Так что на него даже нападать нет никакого желания на данный момент. Снэпфайр будет ли какие-то стаки может делать, чем тут занимается. Ой, там нападают на ТБ. Ну, нападение на ТБ, тут, знаешь... Там сейчас форма включается и думают, кого бить. Решил побить и того, и другого. Дестроида прогоняет, теперь Эро будет страдать. Но Эро уже не уходит. Трикует Ватсон уже. Очень мощный террорблейд получается. Если бы не было у него трех халявных фрагов, возможно, Морфлинг бы шел плюс-минус на его уровне. Но вот эти три убийства позволяют заработать там лишних несколько сотен. И ТБ действительно очень сильный. Играет через Falcon Blade. Вчера с Джемом комментировали, он вообще не фанат этого предмета. Falcon Blade? Это... Да, он бы, вообще, наверное, расстроился, если бы увидел на Террор Блейде. Если честно, сейчас его очень многие собирают на Морф. На Морфлинга, например, тоже очень многие покупают Falcon Blade. А многие не покупают. Не знаю, мне кажется, меньше, чем в половине игр он берется. Опять же, зависит от геймплея. По позициям. На Вивере тоже очень часто этот артефакт появляется. А Вивера керри тоже нет. Он пропал как-то. На Вивере керри, да, я помню, он прям постоянно брался первым слотом.
И это считалось очень модным, но Weaver сейчас саппорт, и на нем ты, скорее всего, не будешь покупать. Ну, это так, вкусовщина, кому как нравится, да, играть, действительно. То, что он популярнее Mage Slayer, это факт. Как ни крути, Mage Slayer тоже там раз в пятилетку видим. Если относительно новые артефакты в доте сравнивать. Так, там арена ставится, Мелоди четвертый раз хотел умереть, и, возможно, будет, потому что TSA подбегает. Он подбегает сюда еще и наив, и в итоге арену потратили. Сейчас будет копье, отбрасывают у нас Абадона, и в итоге наив забирает еще Снэпфайр. Перемещения какой-то нет, но здесь у нас еще дополнительный замес, и очередной раз погибает Queen of Pain. Просто в этот раз не только Queen of Pain, но еще и Elder Titan. Это минус 3 со стороны Wegaming, притом на разных частях карты. Но и самое неприятное, Куапа — это такой герой, который очень много делает в начале. И с ранними таймингами на Орчида можно было бы крайне неприятно сделать Морфу. То есть заставить его Манта Стайл условно быстрее собирать. Сейчас Морф собирает себе Драгонанс, понимает, что Куапа очень скоро, если купит этот Орчид, то явно к тому времени у него уже будут какие-то слоты. И только все хорошо у ТБ, это, конечно, здорово, но и Куапе нужна какая-то помощь и реабилитироваться. Что даже ПТшки нет. Пока Дэнди собирает ПТшку, здесь у Хейза уже имеется тревела и выход в БКБшку. То есть он себе Угракс, что ли, уже принес? Подождите. Да. Очень длинно получится, плотно. 10-й уровень против 8-го. 2 уровня разницы. Ну, я уже не говорю про нетворсы, которые очень серьезно отличаются. Так что Дэнди нужно какое-то время, наверное, даже не уже с гангами будет посложнее просто фармить. Его должно радовать то, что у команды дела хорошо. Вот, и еще один фраг от Ватсона. Насколько все хорошо у ТБ? Драгонлэнс уже появился. ПТ Драгонлэнс Falcon Blade на 11-й минуте. Ватсон прям очень Раз не видели хочет этого ТБ? проигрывать эту карту. Конечно, кидать турнир не хочется. Они в прошлый раз в интервью Дэнди говорил, что хотел очень попасть в финал, но гранд-финалы любые, неважно на каких турнирах, это все равно ведь очень хорошая прибавка в моральном плане для команды. И вот им тогда одного шага не хватило до гранд-финала. В этом сезоне они, естественно, хотят до этого этапа добраться. Но чтобы добраться, нужно переигрывать дважды Wegaming. Просто Пока же у подожди на нас тимфайт, секунду, у нас где они убивают двоих и троих убьют. это было что-то с чем-то. Нападение было в смоках. Изначально Марс это все дело прочувствовал и отошел достаточно. Его команда его в этой ситуации поддержала. И Снэпфайр заранее прожал ультимейт. Сейчас ее ультимейт очень много урона наносит. Они забрали, ладно, там, Клокверка и Абадона. Это, в принципе, не настолько важно. Но то, что погибает Лина, это очень приятно. И фраг достается еще непосредственно время в никуда. Размен 1 в 3 их 100% устраивает. Марс сделал телепорт на бот. ТБ уже просто пошел в леса фармить. Выход в Яшу. Ну, не знаю, Мотостайл будет или Саша Яша. Тут я думаю, что и то смотрится вполне себе неплохо. Даже бейтов не будет. Так, Марс получает стан, но Алина не хочет идти за ним. Кроклокверк, инициация. Ага, так, попадает напасть на Снэпфайр, который отсюда уходит. У Queen of Pain имеется Sonic Wave. Она вообще готова его выдавать. Если Марс поддержит, Марс пока еще не очень хочет. Ему совсем немножко остается до блинка и арена в кулдауне. Надо, наверное, дофармить в таком случае, если копеек не хватает. Как раз там под новую арену выйти. Тем временем команда Wegaming отправляется на нижнюю линию, где попробует спушить вышку. Лина на Boots of Travel уже здесь. И здесь вообще вся команда. Бейт, если что, будут в меньшинстве. В меньшинстве они драться не захотят. Или Нет. захотят, они нажимают смоук.
Если нажимают смог, значит, сами собираются выйти. Террор Блейд может на всякий случай прилететь, если уж совсем понадобится. Он с формой, если что. Здесь скан со стороны V-Gaming, они знают, что будет нападение, и Марс выходит, ставится арена по двоим, но промахивается копьем, зато Снэпфайр своим ультимейтом не промахивается. Vengeful Spirit, свап по линии, еще под сейв от Абадона, Лину не получается забрать. Sonic Wave от Queen of Pain по двоим, Clockwork минус, Венга также минус, и забирают Лину, нужно бежать отсюда, куда глаза глядят, добирают у нас еще и Абадона, минус 4 со стороны Бейт, и несмотря на то, что вот такое количество подсейвов было по линии, обратите внимание, то есть это и Vengeful Spirit Swap, и Абадон успел дать свои способности, все равно урона было слишком много, очень хорошо разграничили замес, даже без блинка по большей части, на ноге заходит Марс и ставит такую шикарную арену. А знаешь, почему Лина погибла и не сделала фраг? Потому что пожалела Лагуну. Была Лагуна, полетел вместо нее Драгонслейв, из-за этого Марс выжил. Ты мог гораздо раньше убить Марса и просто сделать несколько шагов назад, ну, развернуться, да, и начинать отступать. Но нет, он хотел, он пожадничал, он хотел отделаться через какие-то способности попроще, ну и в итоге и сам не убил, и погиб. Хуже не придумаешь ситуацию. Теперь 4000, Террор Блейд улетает в небеса, он действительно прилетел, он поучаствовал в траке, нажал форму и всех развалил. Он играет 7-0-0, потрясающий абсолютно результат за 15 минут, и нужно что-то изобретать теперь V-Gaming. Пока же они пытаются разобраться с Марсом. Урон действительно неплохой. О, как же комбинация. Но в любом случае здесь Марс должны забирать. Арена не могут выйти, поэтому Элдер Титана не отпустят. Но комбинация действительно сыграла бы злую шутку, если бы не столько ХП было у Марса. Так как ХП было совсем немного, получилось его забрать и так. Молодец. Он пытается собрать себе локет. Клокверк, выход его Солар. Венга очень хочет, конечно же, Аганим. До него остается 1200 золота. И ТБ показывается на топе. ТБ, выход в Скади. Мотостайл имеется. 7-0. Вышку должны забрать без проблем. Дефать V-Gaming, скорее всего, не захотят. Лина без БКБ не должна драться. И Лина это понимает. До БКБ остается по большей части только рецепты. Там даже не просто рецепт. Там и до рецепта 300 золота где-то. Так что нужно вот эти слоты V-Gaming дофармить. 3000 преимущества у Бейт. В принципе, это неплохо для 17 минуты. Не критично, но все эти деньги мы не забываем у кого. Они у ТБ. Потому что просто нетворс ТБ с любым нетворсом сравниваем. Камоев еще достаточно пассивно себя ведет. Драгонленс, Яша, Маска. Также выход в Монтастайл. И дальше будет Этериал Блейд. Возможно, в миде что-то будет у нас интересное. Нападение на Клокверка. Пригвоздили. ТБ в форме. И Клокверка забирают. Здесь приходит Абадон. Но поздновато приходит. Подсейвить здесь Клокверка не получается. Используется глиф со стороны V-Gaming. Морф и Винга не хотят эту вышку дефать. Они понимают, что пока... Но Лина делает телепорт на Тир-2 Тавер. Марс, опять же, на Абадона. Отгоняет. Кстати, вообще ставится арена. И Абадон, конечно, ультимейт... Его работает в этом плане отлично. Печенька, станчик, и Абадона забирают следом. Забрали двух саппортов, но это не настолько важно. Важно то, что они еще и вышку забрали. То есть еще один момент, еще один фраг для Ватсона. То есть его слоты будут появляться очень быстро. И такими темпами мы через пару минут можем увидеть на нем Скади. А когда это будет ТБ со Скадием, это Стайлом, Драгонленсом, Фалкон Блейдом, словно на, не знаю, 19-й минуте, и он будет заходить к тебе на хайграунд. А еще у нас подловили на боте через Silence Морфа. Он-то себе не дофармил как раз Мотостайл. Из-за того, что фраги поделали, смог камбэкнуть в итоге Дэнди, что у него уже статистика 2-3-5, и нетворс, конечно, не доходит до Лины, но не доходит буквально немного. То есть там разница в 600, да, каких 600 золота, уже в 400, 500 золота. Это совсем немного. Ставится пауза. Пауза — это время показать коэффициент от нашего партнера, который мы не покажем, но зато мы можем, нет, озвучить тоже не можем, зато мы можем сказать, что самые лучшие коэффициенты вы можете найти у нашего партнера GGBet.
Да, и на следующий матч тоже ищите, как только мы узнаем, кто сыграет в следующем матче помимо команды Хан. Эта встреча также пройдет сегодня, сразу по окончании этой. Уже точно сразу, скорее всего, потому что никак мы не успеем вовремя. Ну, а что касается этой карты, VGaming действительно все очень непросто складывается. Бэйт красавчики, в первую очередь стоит отметить нижнюю линию. Не получилось этой даблой Vengeful Spirit плюс Clockwork по-человечески отстоять против Террорблейда. Сначала Титан бегал просто в одиночку, гонял и не подставлялся, не умирал. Ватсон периодически просто подходил, делал несколько ударов, забирал киллы и действительно слишком быстро стал сильным. Да? Рано мог уйти в лес уже фармить, хоть эншентов, хоть что угодно. Такого ТБ останавливать тяжело, и едва ли это получится сделать в ближайшее время. Очень хочется посмотреть на Морфа, когда он купит себе Монтастайл и плюс что-то еще. Морфинг будет превращаться в Террор Блейд и нажимать форму. Это все очень здорово работает. Единственный нюанс, что разница к тому моменту может возрасти там не до 10, даже 1000, до гораздо большей суммы. И там уже никакие превращения и никакой командный скилл не спасет. Здесь классная комбинация. Дэнди нашли, убили. Вот это хороший ганг. Сейчас начнут ребята вышку уничтожать снизу. Силы света укрепили свои сооружения. Слушай, время никогда тоже на топе. ТБ, в принципе, если присоединиться, тауэр они могут забрать очень быстро, но ТБ хочет себе до следующего файта иметь скади. И все. Да, у него действительно на 20-й минуте имеется скади. Вот он себе его принесет и попробуй убей этого ТБ. Телепорты пошли. А там, кстати, квапы не будет. Скади готова. Нужен морф. Я думаю, он уже готов подключаться к локеру. Аганим еще у Винги есть, поэтому если убивать так. Свап сразу же идет по ТБ. Ставится арена. И снэпфайр, ультимейт. Пошел неплохо. ТБ свапается. ХП с Vengeful Spirit замедляет именно Лину, но теперь приходит сюда морф. Превращается сам в ТБ. И теперь забирают ТБ. Весь фокус был именно по нему. Подсейвить никак не было возможности. Пока еще нет БКБ. И Гаций также погибает. Без Queen of Pain проходит файт не самым лучшим образом. Дэнди сделал телепорт в мид, но на топе слишком хорошо синициировали. Опять же, Винга с Аганимом. Сразу же нападение было на ТБ. ТБ и сам стоял впереди. Он, видимо, даже хотел, чтобы попробовали на него напасть. Понимал, что слишком много ресурсов должны выдать, чтобы в него забрать. Но команда не смогла нанести такой урон, чтобы он дальше убивал героев. Клокверка здесь все нормально. Лина при том. Пока он БКБ не купит, он, конечно, будет погибать. Здесь VGaming просто разорвали, да, его с командой. Vengeful Spirit в этом плане помогла. И дальше просто весь фокус. Просто фокус Террор Блейда. Как-нибудь там переживем вот этот врыв Марса. Если так будет получаться делать, то, конечно, можно попробовать камбэкнуть. Снизу Дэнди может второй раз подряд погибнуть. Вот это интересно, его просветили, есть по нему информация, куда прыгнет. Прыгнет очень предсказуемо, и, конечно, на этом будут ловить. Блинк не откатится. Классный ганг получился, идеально. Он попытался дать орчит в Лину, но здесь же еще и Ленга со станчиком, поэтому никак не выкрутится. И вот несколько минут последних VGaming отыгрывают преимущество, которое было у Бейт. Ну, не до конца, но тем не менее. Вообще инициация уже за ними. В основном в смоках выходят, куда-то пытаются нападать. И пока получается. Притом вот один раз они забрали Дэнди. После этого нападение было на ТБ, с ним справились. И опять забирают Дэнди. То есть работают по корам, что тоже очень важно. БКБ появляется у Марса. Теперь инициировать время в никуда станет еще проще. И вот сейчас как раз он попытался это сделать, но у него БКБ. Имеется БКБ. И вот БКБ очень вовремя появилась. Свап Винга потратила, поэтому не смогла она ее вернуть. Что это? Неужели на Рошана попробует? Неужели они... Ну, вообще, потенциал для убийства Рошана у них шикарный. Не, арену-то... Минус броня есть. Бейты не потратили. Два классных... Ох, как же быстро. Ну, как же быстро. Не просто не успеют подойти. Со скоростью света просто Рошан упал. И теперь можно сыграть агрессивнее. Можно пойти подраться прямо сейчас, несмотря на все эти арены. У Лины есть БКБ. Почему не идти, не подраться? Ой, Лина его прожимает. У Лины нет БКБ. Так, хорошо. Но это еще не конец. Клокер вырывается по Марсу и ставится арена. Нет.
Ставится арена, Марса заберут мгновенно, и Снэпфайр тоже раскидывает свой ультимейт, получается забрать Клокверка, очень больно Морфу, но он выживает. Лина погибает, опять же, Sonic Wave от King of Pain через Silence, Абадон ультимейт потратил, Квапа прыгает за Морфом, здесь еще находится Винга, забирают у нас и Мелоди, ну и Морфу, очень важно было бы, конечно, выбить Аегис, прыгает дальше Дэнди, имеется Гост, Морф, Волна. Прыгает за Vengeful Spirit. Печенька. Вингу подстанили. Под сайленсом. Еще нужно замедление. И остается только лишь иллюзия. Ну, с иллюзией тут тоже, в принципе, можно поработать. Ватсон мстит за предыдущий свап у нас Дестроиду. Но не выбили Аегис Морфингу. То есть замес, конечно, очевидно, хороший. Они разменяли одного Марса в четырех персонажей. Плюс... наконец-то фраги там и Дэнди поделал, и, соответственно, ТБ. Ватсон забрал у нас двух героев, Мелоди и Vengeful Spirit. Все началось, началось с неудачного использования Black King Bar. На линии, да. Хейс ну, допустил, скорее всего, я не знаю, какую-то невынужденную ошибку. Это то ли мисклик был, то ли испугался, что увидел героя, сейчас в него Марс уже прыгает с ареной. Но в любом случае рука дрогнула, нажал БКБ, и потом, получив эту информацию, Бейт понимали, что Лина сейчас слишком уязвима. В нее можно... пытаться как-то влетать, убивать ее. Марс, несмотря на отсутствие БКБ, он-то со своей задачей справился. Он нажал арену, он там дал свои скиллы, и на этом как бы хватит. А вот Лина без БКБ, она слишком уязвима. И за счет этого, по большому счету, Бейт сейчас и выиграли тимфайт. Сразу же вернули весь свой перевес. Снова ведут те же там 5-6 тысяч. Снова арена, в этот раз Arrow, причем не попадает. Ага, попытался вылететь хукшотом, не получилось. Ну, попытка хорошая, но теперь нужно забирать Клокверка. Прыгает Queen of Pain, должна его забирать. Ну, фраг достался Марсу. В принципе, тоже неплохо. Марс достаточно такой по золоту богатый, если сравнивать, например, с Vengeful Spirit. И вообще, Нетворса такой же, как Queen of Pain. Но вот... под Лины. Зато Квапа проседает немного по Нетворсу. Лина, выход в Сильвер. Такой стандартный это билд для этого персонажа. Vengeful Spirit после покупки Аганима приобрела себе линзу. Ну и дальше выход в пику. БКБ появилась у нас на ТБ. Пока это флоу БКБ. То есть сейчас драться Бейтом очень приятно. И золото, конечно, у ТБ куры не клюют. 20, больше чем 20 тысяч на 26-й минуте. И показатели шикарные. 11 убийств, одна смерть всего лишь. Рурблейд там уже больше одного большого артефакта ведет у Морфлинга. Опять же, главное, что преимущество не увеличивалось для Вигейминг. Они с таким отставанием, они еще по-прежнему могут играть. Ничего страшного не произошло. А Аегис у них... есть полторы минутки, ну, скорее всего, Бейт никуда не полезут. На Морфлинка уж точно. От защиты здесь, наверное, играть можно. Здесь такая ситуация, что пока есть форма, да, Террор Блейд опасен, можно спокойно эту форму как-то раскайтить, переждать. Где-то продать, может быть, одного из героев и всем остальным уйти, если представится такая возможность. В общем, искать варианты можно, но Бейт, конечно, с таким Террор Блейдом... ну, не имеет права проигрывать. Ну, нельзя. Он слишком хороший старт получил. Как еще побеждать, если не, если не с таким мощным ТБ? Слушай, ну, знаешь, еще такой момент, что у Морфата... у него самого перекачка имеется, то есть это под сейв. И еще у него имеется в команде Абадон и Винга. То есть если что-то идет не так за месси, скорее всего, Морфинга засейвит. А вот у ТБ у него только, как говорится, есть он сам. Больше его здесь некому сейвить. Ну, печенька Снэпфайр, я не могу назвать это прям каким-то хорошим подсейвом. Явно похуже, чем свап Vengeful Spirit или там подхил от Абадона, который поможет ему. Да, Сандер. Хватит ли этого всего, чтобы ТБ жил? Аегис сейчас уже должен закончиться, буквально через пару секунд. Морф после покупки Тейлблейда собирает себе Скади.
Скади еще нужно подфармить. И вот под выход, соответственно, Марса. Сразу же нападение на Клокверка. Снэпфайр, конечно, с ультимейтом здесь поспешила. Но теперь собирают Марса. И Терел полетел, но Марс БКБшкой заходит. ТБ. У него имеется блинк. Замедление по Абадону. Здесь фокус по Vengeful Spirit. Абадона отпустили. Зато забирают Вингу. Теперь после ее первой смерти забирают второй раз. Иллюзию, соответственно. И ТБ под формой будут забирать Т2. Хороший файт, несмотря на то, что забрали тройку и четверку, они еще и тавером все это дело подкрепили. Очень грамотные тайминги от Бейт. Единственное, что будут ли они пытаться что-то сделать. Так, у нас ТБ прям запрыгивает. Ну, хотя бы пару ударов, пока Vengeful Spirit не может свапнуть. Без нее как-то сложновато нападать. Лагуна от Лины в Марса под сейв, два телепорта. Знаешь, вот захода-то как такового-то не было, а пол тавера снесли. Если еще дабл дэмэдж найдут. ТВ, кстати, форма-то уже закончилась. 100 секунд бейты драться не хотят. А вот V-Gaming, возможно, очень даже захотят. Ну, дождутся Vengeful Spirit. Она обязательно нужна, чтобы начинать драйку. И имеет смысл попробовать. Там Рошан будет, возможно, скоро, 1,5 минуты до таймера. И действительно пошли V-Gaming, пошли на поиски. Понятное дело, что бейт отступили куда-то там либо в свой лес, либо в сторону базы пошли. И надо их на этом фарме сейчас, на этом отступлении ловить. И идут-то в правильном направлении сейчас V-Gaming. Так, ракетка с Клокверком. В принципе, я думаю, что и бейты понимают, где находится сейчас оппонент. ТБ надеется, что иллюзия своей кого-то найдет. Ну, смог-то спал. По вижену у нас вот такой вот хороший вард был со стороны V-Gaming. Так, Клокверк, хукшот на крипов уходит. Зато теперь синицировать какое-то время не может. Правда, там на самом деле кулдаун смешной. Дабл дэмэдж на ТБ. И 30 секунд до формы. Плюс слоты нужно выбить. Майндбрейкер, например, выбивают у нас бейты. Кстати, на самом деле для ТБ это артефакт очень неплохой. Очень скоро у ТБ появится Скади. О, прошу прощения, Дедалус. Только вот на что он поменяет его? На ПТ-шку, получается, опять, да? Или Драгонленд заменит? Мина. Тэп-аут. Также хочу отметить, что партнером трансляции является GGBet, и самые лучшие коэффициенты вы можете найти у них на сайте. Пользуйтесь. Так, далее. Клокверк, 1200 золота. Угу, Спайдерлекс выбирает себе. Ну, здесь для Клокверка идеальная цель — это Снэпфайр, чтобы не дать возможности ей свой ультимейт выдавать в арену Марса. Так, сейчас, кстати, возможно, что-то интересное у нас и будет. Станут Vengeful Spirit. У Марса имеется гем. И V-Gaming не хотят встречаться в открытом поле. Предпочитают драться с своего хайграунда. Ну, а бейты без Аегиса боятся заходить. Дайдалус он поменял на ПТ-шку. Все правильно. Дрэгленс потом, скорее всего, в пику. Еще и Свифтблинк можно сделать. То есть для ТБ тут еще слотов в теории много. Там еще расти и расти, да, есть куда. Что касается морфлинга, там, соответственно, еще больше можно слотов себе набрать. Опять у нас получается такая достаточно напряженная карта, и опять есть вероятность, что какой-то камбэк состоится. Тогда бейт сначала камбэкали, потом V-Gaming камбэкали, там просто все менялось там каждые 5-7 минут. Здесь же пока только одна команда доминировала на протяжении всей карты, но есть вероятность, что все это они растеряют в один момент. И Рошан. Рошан. Вот он стоит. И бейт пошли. Бейт пошли, V-Gaming должны понимать, что, ну, тоже по таймеру. Там, конечно, у них вообще клокверка, ракетка залетела. Они должны бежать и стараться сделать это как можно быстрее. Ну, чуть ли ой, не бейтом. Знаю. Ну, клокверк полетит, да? Все, информация получена. Клокверк прыгнет. Клокверк готов прыгать. Главное правильно встать. И бейты испугались. Зато запрыгивает Марс. Лина сразу же БКБ. Марс отсюда отступает. Сам прожимает БКБшку. Алдар Титан. Разлом. Фокусит Vengeful Spirit. Винда погибает. Но это первый раз. Второй раз забрали. Здесь еще хаста. Можно заходить на Рошана.
потому что Лина также БКБ потратила, она уже не очень хочет идти вперед, еще Элдер Титан тут пытается зонить, все. Клокверк вырывается, но Ватсон оказался быстрее. Забирают и Клокверка, так, притом он забрал себя и... Так, только на секундочку, это еще у нас не конец, потому что подцепили Абадона, у него есть ульта. Пойдет ли Марс до конца? Вот в чем вопрос. Пригвоздил, да, судя по всему, должны теперь пойти до конца. Так оно и происходит. Мега-килл для Ватсона. И Глиф. Глиф пошел со стороны V-Gaming. Ватсон в форме. Форма, правда, заканчивается. И вот он уже не настолько силен. Но у него имеется Егис. Можно попытаться сделать блинкаут. Масс просто зонит у нас Морфа. Но у него БКБ в кулдауне. И нужно, если что, спасать гем. Форстафы отлично работают. Марс выживает. Ватсон. Ватсон, у него имеется Сандер. Сандер спасает ему ситуацию. В принципе, и жизнь, скорее всего, спасает, потому что хп было совсем немного. Но Морф не хочет отпускать. Да, идут. Скади на Морфе. Печенька. И свап от Веджевол. Это вот это уже может быть опасно, потому что... Он без формы в любом случае. Его и второй раз могут попробовать добить. Нет, он БКБ ТП сделает. Нет, БКБ ТП. Успеет? Успеет? Ему. Не успевает. Слишком много урона. Ой, там Клокверк пошел дальше цеплять людей. Цепанул TSA. TSA нужно бежать. Пытается сломать эти коги, но там талант есть, который позволяет им жить на пару ударов дольше. Четыре удара нужно делать по когу, чтобы его сломать. Это много. Ну что, моментальный ответ произошел со стороны V-Gaming. Они потеряли, безусловно, линию, но они теперь знают, что Аегиса нет. Уже игра идет на равных. Сейчас успеют забрать пару строений, значит, приблизиться и по экономике к команде Бейт. Им нужно разводить на байбеке. Вот в чем проблема, конечно, у ТБ байбек имеется. Тут реально можно линию снести. Глиф был потрачен, Квапа пытается сплитом заниматься, пока даже не зонит. Не отбрасывается Sonic Wave'ами и так далее. Слушай, они в размен выйдут. Не будет выкупаться. Не будет, потому что нет пока метаморфозы. Там до нее 3 секунды, до БКБ 10 секунд. И в оставшиеся 10 секунд выкупаться точно не хочется. И получается, даже больше V-Gaming снесли. Вот просто в один заход пошли и снесли сразу два барака, когда потеряли только один. Но сейчас имеется... Вот буквально через пару секунд будет ТБ, и у него будет форма. В принципе, они под это все дело также могут позволить себе потратиться. Кстати, вот аванпост не захватывают ребята из Бейт. Это может быть неприятно. А тут дабл дэмэдж ставится арена. Копье от Марса не самое удачное. Будет ли пытаться свапаться с кем-нибудь? Да, свапается с Абадомом. У него имеется ульта. Ультимейт от Снэпфайр. Мелоди, тэп-аут. Нет, неужели даже его не получается забрать? Притом... тут настолько все плохо, что и дабл дэмэдж Лина успела забрать, и Марс арену прожать. Марс БКБ, правда, не использовал. Кстати, у Марса уже также имеется сатаник, так что Марс плотный очень. Забрать его просто так будет сложновато. 5000 преимуществом остается. Ну и вот что Морфа по слотам. Этериал. БКБ себе приносит Морф, ну точнее покупает, сейчас принесет, и Лина приобретает Кирасу. Она очень плотная. 2500 золота у Vengeful Spirit. ТБ, судя по тому, что не осталось у него денег на байбек, купил себе Swift Blink, да? Это значит, что можно, в принципе, продать ПТ-шку и Драгонлэнс потом. А, он вообще Драгонлэнс вот сейчас может продать, чтобы... Он сатаник хочет себе. Выживаемость нужна. Смог со стороны V-Gaming. Морф идет вперед. Реген. Лотус имеется на Морфе. Что с Орчидом нужно быть поаккуратнее. Ну, его и Мантастайл есть. И готовится врываться Марс. Марс, будет ли арена от него? Нет, решил не врываться. Свап от Vengeful Spirit. Он прожимает БКП. Но Хейс под дабл дэмэджем. Там огромное количество урона. С другой стороны имеется Станик. Залетает Queen of Pain. Sonic Wave очень крутой. Можно сразу же сбрить Лину. Так и получается сделать. Но в итоге разменяли Марса на Лину. И теперь Ватсон под БКБ. Нет, пока Морф не готов с ним драться. Переключается на Абадона. Абадона забирают. Дэнди совершает серию убийств. Достался ему, а вообще Ватсон еще и преследует его. Сейчас будет волна. Морф должен пытаться уйти сразу же с телепорта. Что у него получается сделать? Ну и
Венга. Венга выжила. Так, размен 1 в 2. И не успел посмотреть. Сатаник успел использовать. Да, он успел. Марс сделал максимум. Может, там не так много отрегенился он в итоге. Вообще, Марс, конечно, в очередной раз байтит команду VGaming. Обрати внимание, как часто они пытаются именно Марса первым выключить. Он нажимает БКБ, он нажимает свой щит и стоит. И стоит, и достаточно долго способен продержать Илину и Морфлинга. И в таких моментах раскрывается Террор Блейд, который просто бьет. Террор Блейда в эти секунды игнорирует, и... Это то, что нужно команде Бейт. А Марса с каждым разом все сложнее и сложнее убивать. Сатаник у него есть. Талант он там свои качает, да. Скоро купит силовой блинк. Соответственно, готов будет впитывать еще больше. И если также будут вестись на этого Марса, то в тимфайтах мало что светит VGaming. Надо, возможно, поискать другую цель. Квапу какую-то убить, может быть. Ну, Террор Блейда первым тоже непросто. С апортами разобраться. Нравится выбор артефактов Марса, но здесь он подумает еще про какую-то алебарду. Она здесь очень хороша и против Лины. В целом, отличный слот, но пока просто смотрю как-то. А, алебарду собирает Элдер Титан. Расставляют сами Вижн. Кстати, Марс не потерял гем, да. Все у него в этом плане хорошо. Левелер. Опа, приятно для Лины. Вот, кстати, она ставит себе или Морфо даст? Что у Морфа имеется Титан Сливер, что тоже, в принципе, как артефакт, очень хорошая вещь. Также Кираса, вот какие-то такие слоты Кираса и Алебарда. Вот то, что сейчас нужно бейтам. Снэпфайр, потому что собирает себя Аганим. Шива орчит БКБ Queen of Pain. Папа тоже очень плотная. Захватывает. Ну, Клокверк передумал. Отступает у нас VGaming. Лотус. Это дикая серия выходит. Да, вообще, уже 100 минут прошло, да, чистого времени, игрового времени. Они все играют и играют, это только вторая карта. И есть огромный шанс, что их будет три. По одной линии команды снесли. Можем снова дожить, в принципе, до тир 5 вещей. Мы против, что ли? И знаешь, все это время наверняка игру смотрит команда Хан, которая играет еще дальше. И сидят, думают, выводы какие-то делают, возможно. Это бы не помешало. Посмотрим на все вещи. Может, кого-то я не показала вам, если интересно, по нейтральным слотам. Что у нас? Возможно, сейчас у нас что-то будет интересное. Свап от Vengeful Spirit забирает мгновенно Элдер Титана, но он байбекается. И Ватсон. Ой, очень хорошая позиционка. Забирает у нас Хейза, при этом без байбека. Переключается на Мелоди, срабатывает ультимейт. Стан по Queen of Pain. Queen of Pain пытается разобраться с Vengeful Spirit. Винга уходит с помощью телепорта. Ну вот, теперь можно и Абадона забрать. Абадон погибает. Это минус 2 со стороны бейтов. В размен на Элдер Титан. То есть размен 1 в 2. Байбек от Элдер Титана, но Лина без байбека погибает. Что по Рошану? 25 секунд таймера, а Лина-то не будет. Не будет на Рошане. И это очень важно. А ты бы вообще, в принципе, ничего да, себе. Рошане. Тут бы базу свою защитить. Марса уничтожают. Очень хороший свап от Винги. Ситуация 4 в 4. Морфлинг превратился. Тут еще просто гем валяется, который просто забирает у нас Винга. Но снесли еще один табор. Свап через 2 секунды. Свап через 2 секунды. Свап через 2 секунды. Кого-нибудь не. Побоялись уже дальше идти. А тут появился Рошан. Нет, они правильно сделали, что отступили. Очевидно, я про бейт. Появился Рошан. Сейчас Марс зайдет, прочекает этого Рошан. Говорит, ребята, тут Рошан. Они такие, опа. И это Рошан с Аганимом. Так, давай подумаем, кому. ТБ просто очень быстро фармит. Он сам себе может этот Аганим выфармить. Так, Vengeful Spirit Swap. Опять же, Элдер Титана. Нападает на него Клокверк. У него имеется форстаф, Элдер Титан. Нужно как-то попытаться выйти из замеса. Забирают Клокверка. Клокверк имеется байбек. Тут зажимают Vengeful Spirit, который тоже убили. Но остается ее иллюзия. Swap от Винги. У Сапфайр имеется вообще форстаф. Она может отойти. Морфлингу надо идти. Сейчас бояться некого. Ставится арена. На арену он пролетает.
начинает бить Квапу. Квапу уничтожает. Квапа удается ей кастануть ультимейт свой перед смертью. И теперь по наиву весь дэмэдж влетает. Там снайпфайр его еще бьет. Спасает Винга. И уходит каким-то чудом наив. Еще разворачивается. Дает свой прокаст Титана. Убивает Титана, но может отъехать сейчас. Сайлент. Слишком много дэмэджа. Байбека нет. Погибает Морфлинг. И Ватсон теперь дальше Вансон идет еще за Хейзом. Хейз под БКБ, поэтому, возможно, у него получится уйти. Можно переключиться на Клокверка, Vengeful Spirit, Свап, пытается разобраться с Дэнди. Дестроит, скорее всего, также погибнет. И погибнет он уже без байбека сейчас. Разобраться с его иллюзией. Трипл килл для Ватсона. Тут до сих пор стоит Рошан, валяется гем. Но на это уже всем все равно. Самое главное, что нет трех героев. И добить Рошана, забрать... Возможно, даже Аегис стоит... Я переключусь на байбеке. Состояние выкопа у ТБ, просто байбек есть. И Клокверк пытается своровать Аегис, но не получается этого сделать. Так, неприятно. Эру вместе с Вингой, тут с иллюзией, точнее, Винги, пытались что-то как-то переключиться, что-то придумать. Четыре героя в таверне. ТБ забрал Аегис, но он сделал, конечно, все правильно. В той ситуации не было времени думать, кому доставаться, кому оставлять Аегис. Лучше было сыграть на Верочку, и сейчас ТБ с Аегис сам сатаником, Скади, Дедалусом, Атастайлом, Свитблинк, о, 9 тысяч, да практически 10 тысяч золота у Ватсона еще на руках. Аганима он кому-то отдал. Это шард был. Это, кстати, Клокверк. Вижу шард Квапы у Марса. Уничтожает вторая линия. Еще надо потерпеть, причем не 10 даже секунд, а все 40, Винга нужна. Но в этот момент падает третья сторона, а глиф в кулдауне еще 2 минуты будет. Мега крипов можно оформлять. Ну слушай, хотя все... с морфом, ну придется драться втроем, если не хотят отдавать мега крипов. Так, еще Ватсон доджит, блинк делает и пытается просто ломать бараки. Так же, как и Наив в прошлой игре с троном, в этот раз Ватсон сфокусировался именно... Так, Сандер, хорошо. Сатаник. Все, Сатаник, он фуловый. Мега крипы есть. Основная задача выполнена. Теперь можно вообще на Верочку сыграть. Отойти, дождаться следующей формы, как раз которая сейчас вот-вот заканчивается. Покупает себе Аганим. Так, опа. Ну что, надо защищаться против мега-крипов. Это тяжелейшая задача. Я очень сомневаюсь, что команда VGaming получится. Сколько? Пару-тройку тимфайтов надо выиграть, это раз, и плюс еще каким-то образом дойти до вражеской базы. Ладно, они хотя бы успели, знаешь, в свое время спушить центр. Так бы пришлось играть против... Кстати, видимо, знаешь... соперника, у которого вся база стоит. Аганим, я так понимаю, Клокверк все-таки забрал с Рошана, потому что у Лины появился Аганим. Вот, мы с тобой не отметили. Но это из интересного. 14 тысяч за бейтами. Бадон также выход в Аганим, но ему пока не хватает. Байбеки поважнее были бы, но у него и так кулдаун. Свап от Vengeful Spirit, сразу же на ТБ нападение. ТБ успел, либо... Он еще и Сандер может успеть в теории прожать. И... ТБС, да как ладно, же да он ладно, живет? Его, просто как убили, живет Ватсон? А он еще и сатаник. Да, забирает Vengeful Spirit. Еще видно, что сейчас переключаются на Морфаун перед перекачкой. Но не забрать. Ну, я, и в принципе... 4 падать, там крипы со всех сторон подходят. Vengeful Spirit не будет в драке. Остальным нужно как-то вчетвером, потому что у ТБ по-прежнему есть 2 жизни. Ну как так они его там не пробили? Опять же, Клокер врывается на ТБ. Может быть, хотя бы сейчас нет. Нет, не так просто. Продолжение никакого после врыва Клокверка.
Так, а вот врывается сам Ватсон, расхарасил Клокверка, Queen of Pain, Sonic Wave, Cooldown, вот эти иллюзии, замедление, печенька, станчик от Алдер Титана, нападение на Абадона, Абадона выбивает ультимейт. Ну, а Ватсон, как я и предполагала, будет бить трон. Приходит Лина, Лина очень плотная, с Керасой, но здесь просто огромное количество крипов, Ватсон заходит, начинает драться с Эрроу, ставится Коги, Ватсон подстанили, под сейф, и успевает он прожать Сандер. Опять же, посмотрите, сколько времени выигрывает, как вот его очередной убили, раз не убивают. Это что-то с чем-то. Ну и минус 5, байбек есть у Морфана, тут уже прописали геймблплей, вторая карта за бейт, и нас ждет третья карта. 48 минут длилась у нас вторая карта, в 48 минуте закончилась. Ух, вот эта серия. Ну, классная же серия. Нет, серия вообще огонь, и прям, знаешь, то, чего ожидали, то, чего, наверное, многие ожидали, потому что Эви Гейминг победители предыдущего сезона, бейты очень хорошо провели этот сезон, конечно, серия очень крутая, и Ватсон, можно сказать, ну, тут не похвалить Ватсона просто нельзя. То, как он отстоял линию, то, какое преимущество получил, то, как он отыграл эту карту, 22-2-10 Ватсон, ценность 46 тысяч, урон 54 тысячи. Старался наив, но здесь, конечно, у него-то такого фида на линии не было. Плюс, с другой стороны, можно сказать, Лина очень много сделала в начале, по крайней мере, когда очень круто отстояла линию, а дальше уже Хейс действовал не так хорошо, статистика 8-6-6, он, допустим, 8-6-19 Дэнни, какое количество еще ассистов было у него и так далее. Выходим на небольшую музыкальную паузу и ждем третью решающую карту в этом противостоянии. Не переключайтесь.